Доброе утро, напоминаю, сегодня 31 мая, среда, и буквально через неделю, 5 июня, в Перми впервые стартует большая волонтерская неделя, которая продлится до 11 июня. Если большое сердце пермяков не вмещает доброту, ею можно и нужно делиться. А как, мы сейчас спросим у координаторов проекта. У нас в студии Егор Демидов, Карина Гурина и Вера Тронина, координаторы большой волонтерской недели. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Итак, если человек решил принять участие в волонтерской неделе, куда ему в первую очередь обращаться за информацией, потому что я думаю, что направлений огромное количество. Да, направлений мы стараемся сделать практически 40 активностей. На сегодня мы ведем активно группу ВКонтакте, именно там можно найти всю информацию. Прежде всего, это расписание всей недели, где можно посмотреть все активности. И второе – это форма регистрации. То есть нужно записаться на регистрацию. На сегодня это больше 140 человек прошли эту регистрацию. Кто-то записался на одно мероприятие, кто-то аж на 9. Направлений на самом деле очень много. Это природа, животные, дети, пожилые люди. Очень широкий спектр. И максимально просто для волонтера это должно быть. То есть можно просто записаться и прийти к назначенному времени? Да, кроме того, можно не записываясь, то есть если вдруг у кого-то нет доступа к интернету или вдруг пропустили эту информацию и поздно ее получили, можно просто прийти в Центр городской культуры на Пушкина 15. С 12 до 6 мы будем в течение всей недели находиться там и даже задействовать людей, которые просто пришли без записи. Мимо проходили буквально? Да, да. Это самый центр. А Карина занимается направлением, связанным как раз с людьми, с детьми, с пожилыми людьми, с людьми, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Что планируется? Мы планируем в Центре социальной адаптации провести мастер-класс. Мы будем рисовать мелками натюрморт, либо постановку. А в паллиативном центре для детей мы будем расписывать стену прямо на входе. Это для того, чтобы у них поднималось настроение и так далее, потому что сейчас там комната выглядит очень пусто, и вот, то есть у нас более все на творчество тянет. То есть люди, которые будут принимать участие в вашем волонтерском направлении, они будут творчески самореализовываться, помимо всего прочего? Да, правильно. Мы будем рисовать. А вот в экологическом направлении есть такая творческая составляющая? Творческая составляющая в экологическом направлении, мне кажется, тоже достаточно. Это в основном создание каких-то арт-объектов, входных групп в том же самом саду Соловьев. Также у нас будет создание арт-объектов перед Центром городской культуры. Но что бы хотелось отметить, в плане экологии у нас будет поднят вопрос благоустройства малых рек Перми. Очень важно, тем более, что у нас рек достаточно много, и они в не очень хорошем состоянии, мягко скажем. Да, я бы, знаете, еще что хотела добавить. Сейчас в Перми проходит очень много проектов, которые акцентированы на центральные реки, такие как Ива, Ягошиха, Данилиха. И мы бы хотели в рамках волонтерской недели не только задействовать жителей города, но и объединить все эти проекты, чтобы потом можно было просто гулять по этим ленточным паркам или просто на велосипеде легко можно было добраться из любой части города, спокойно наслаждаясь жизнью. То есть, если я правильно понимаю, у вас проекты будут связаны в большей степени с, ну, грубо говоря, с очисткой вот этих малых рек? И с очисткой, да, согласна. То есть сейчас вот загрязнение как раз малых рек – это достаточно такая остро стоящая проблема. Также привлечение внимания к этим рекам, то есть когда человек чем-то дорожит, когда ему дорого то место, которое его окружает, то, безусловно, оно не будет пустовать и оно не будет заброшено. А какие еще проекты есть, Егор, связанные с животными, может быть? Ну, с животными здесь очень все достаточно банально просто. Здесь несколько приютов, в том числе для собак и для кошек. Вот среди интересных таких буквально вот последние дни пришла заявка на, так скажем, реинкарнацию дачи Синакевича, это Закамск, очень достаточно красивый особняк, это памятник архитектуры, его нужно привести в порядок, в том числе территорию, которая рядом с ним. Также есть учреждение с молодыми инвалидами в Орджоникидзевском районе, туда вот тоже мы сегодня буквально узнали, поедет шлем виртуальной реальности. И, собственно, сами подопечные смогут попробовать ощутить эти новые ощущения, которые даже там простым гражданам пока что не всем доступны. А вообще основные активности можно как-то разделить по направлениям? Что-то взаимодействие с другими людьми, там, я не знаю, физический труд? Есть какие-то такие нюансы в каждом из ваших направлений? В каждом из направлений нет. То есть, смотрите, волонтерство вообще можно поделить на социальное, то есть это помощь детям, престарелым,
Ну, в общем, людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Есть экология и есть помощь животным. Вот, кстати, в плане экологии хотелось бы добавить, что любой желающий может прийти и внести свою лепту не только непосредственно физическим трудом, но и, например, принеся какие-нибудь там пакеты мусорные, варежки для тех, кто будет трудиться. Также у нас будет обустройство тропы, где, безусловно, потребуются доски какие-нибудь, инструменты. То есть вы можете просто прийти на мероприятие в назначенное время и одолжить нам эти инструменты, данные материалы. Нам будет тоже очень приятно. Спасибо. Отлично. И давайте еще раз напомним, где искать всю информацию, по каким ключевым словам искать в интернете. Группа ВКонтакте называется «Большая волонтерская неделя Пермь». То есть достаточно просто забить это по-русски, и первая группа выйдет именно наша. 5 по 11 июня. Центр городской культуры, наш штаб. Будем всех ждать с радостью. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и поделиться такой полезной информацией. Я надеюсь, учитывая, что бескорыстная волонтерская работа, согласно исследованиям, продлевает жизнь и делает счастливее, пермяки найдут время присоединиться к большой волонтерской неделе с 5 по 11 июня. Оставайтесь с нами, впереди немало интересного.